Девчонки, мальчишки, всем привет! Сегодняшнее видео я покажу вам свой огромный заказ. Ну, это вот такая вот большая коробка. Вот. Будет много всего. И если вы что-то присмотрите себе, вы можете зарегистрироваться, и у вас будет скидка 20% на всю продукцию. И если вы в предыдущем каталоге сделаете заказ на 50 баллов, у вас будет скидка 26%. Я сейчас снимаю на новый телефон, поэтому не знаю, как в итоге получится картинка, какая в итоге получится картинка. Но надеюсь, все будет хорошо. Вот, так, приступим. Значит, сейчас буду доставать из коробочки, из моей волшебной. Заказываю себе постоянно вот такие вот прокладочки. Есть у нас дневные, ночные, ежедневки. Чем они отличаются от обычных прокладок из магазина? Тем, что здесь есть термалиновые. Господи, слово забыла. С анионовым чипом. Там есть такая вставочка зелененькая с анионовым чипом. Это перемолотый камень. Термалин. Девочки, выпало у меня из этого. Ну, короче, там есть перемолотый камень природный, который обладает свойствами, излучает ионы отрицательные, которые негативно сказываются на жизнедеятельности болезнетворных бактерий. А так как в это время у нас формируется благоприятная микрофлора для того, чтобы эти болезнетворные бактерии развивались, поэтому они вот, ну, как бы вот эти прокладки способствуют подавлению, то есть способствуют не размножению этой болезнетворной микрофлоры. Поэтому вот, собственно говоря, я их беру. Есть у нас дневные, их 10 штук, они 240 миллиметров в длину. Ночная, она на 4,5 сантиметра в длину длиннее. Вот, и ежедневки есть. Люблю их все, покупаю постоянно, когда они бывают по акциям. Поэтому следите, может быть, тоже себе возьмете по какой-нибудь акции. Потом я себе взяла чай, набрала очень-очень много чая, по 3 упаковки каждого, на каждой разновидности. У нас появились 2 новинки, это клубника и лайм с клевером. Вот я взяла 3 упаковочки, чтобы на каждую у меня квартиру было, маме отвезти, здесь оставить, еще на другую квартиру в Саратове, чтобы было каждой упаковке по чаю. По запаху напоминает, я еще пока его не пила, хотя вскрыла, достала, по-моему, по одному пакетику. Запах приятный. Запах приятный, он какой-то, знаете, немножко даже конфетный. В составе его чай зеленый байховый. Давайте я вам не буду перечислять. Вот здесь вот сами вы, наверное, все прочитаете. Не пойму, там есть фокус или нет. По-моему, нет фокуса. А почему фокуса нет? Ну, ладно. Зеленый чай байховый, листья мяты перечной, лимонная трава, плоды шиповника, ароматизатор лимон, листья ежевики, клубника сушеная, ароматизатор клубники, экстракт клевера. Я эти чаи беру с удовольствием именно по скидке. Я не беру их по полной стоимости, потому что считаю, что по полной цене они достаточно дороговастенькие. А вот по скидке им самое то, потому что если отнять нашу скидку консультанта, это 199 рублей минус там, 20%, в моем случае 26%, то получается по 118 рублей. То есть если взять хороший пакетированный чай уровня Greenfield, то он как раз обойдется в 120 рублей по скидке. Ну, я сейчас чихну. Хотела без монтажа видео сделать. Вот, потом у нас была очень крутая акция вообще в предыдущем, что ли, каталоге. Если вы делаете 50 баллов, то вам можно было бы выбрать 5 нечаевских продуктов со скидкой, без скидки, в подарок. То есть, если вы в предыдущем каталоге делаете 50 баллов, то в следующем каталоге было возможно взять 5 товаров по баллам. И я вообще, ну, в диком восторге от таких акций, потому что я так и так делаю 50 баллов. Кому-то действительно это как мотивация такая некая сделать эти 50 баллов. Что входило в комплект этих нечаевских продуктов? Нечаев Family Club – это такая торговая, скажем так, бренд такой некий под этим
этим брендом продаются продукция с, допустим, без сахара, там шоколад без сахара, то есть полезные продукты питания, скажем так. И вот там я выбрала, там на выбор была возможность выбрать батончики, две разновидности батончиков, и взяла я вот такие вот батончики. Это у нас яблоко, облепиха, инулин. И что хочу сказать по ценам, опять же, если вернуться к нашим ценам, то вообще нечаевские продукты стоят не дороже. Я смотрела как-то, ну, сначала мне показалось, что дорого, потом я зашла как-то в магазин и увидела, что батончики батончиком рознь. Есть батончики, конечно, которые стоят по, там, я не знаю, по 10, по 15 рублей, а есть батончики действительно там, бар, по-моему, они как-то называются, они стоят в размере 85 рублей один батончик. Наш, если вы берете со скидкой, каждый батончик будет 49 рублей стоить, а если со скидкой с консультанта, да, то по 36 рублей. Есть у нас фруктовые батончики, есть злаковые. Вот это вот, например, яблоко, инулин и облепиха. Потом вот такие вот батончики, они в коробочке идут. Это у нас мюсли, гречка, клюква. Сейчас мы с вами посмотрим, потому что это для меня тоже новинка. Вот таким вот образом они выглядят. Злаковый батончик. По-моему, есть еще ореховый. Но ореховые батончики, насколько я помню, разобрали. Потом шелло в комплекте, в этом подарочном наборе шоколадки. Шоколадки обалденные, девчонки. Они идут на меду. Очень-очень вкусные. Мне прям безумно понравились. Именно вкус, потому что помимо того, что здесь содержится, например, там молоко сухое, цельное, масло какао, мед, какао тертое, кокосовая стружка, порошок нони, например. А здесь порошок спирулины. И вот эти как бы добавки дополнительно, они очень сильно обогащают шоколад. Действительно чувствуется, что ты ешь не обычный молочный шоколад, а вот с какими-то там дополнительными ингредиентами. И упаковка такая достаточно красивая. Ну, как бы очень, мне кажется, подарить, или бы дорого подарить. На подарок, на презенты какие-нибудь. Еще две упаковочки. Одна из них упаковка дневных, другая вот ежедневок, про которые я вам говорила. Здесь их 20 штук. Хватает, в принципе, надолго. Потом в этот же набор, да, я вот вам сказала, две шоколадки туда входят, две упаковки батончиков и суп с карри с чечевицей. То есть там любой можно было продукт взять, а как бы с карри с чечевицей я не пробовала суп. Вот как раз его взяла. Также у нас из новинок, ну как бы это и новинка, и не новинка в то же время, есть кетчуп без сахара, девчонки. Шашлычный я взяла, шашлычный очень сильный, калоритный. Единственное, здесь очень много очень сахарозаменителей, как мне кажется, на мой вкус, а кому-то нравятся вот такие вот кетчупы, которые прям сильно подслащенные. Здесь в составе вода питьевая, томатная паста, подсластитель растительного происхождения эритрит, пищевая соль с пониженным содержанием натрия, пищевые волокна, паприка молотая, овощи и зелень сушеная, чеснок, лук, укроп, петрушка, ароматизатор, порошок сухого томата, натуральные специи, орегано, петрушка, мускатный орех, перец черный молотый, перец красный молотый, куркума, краситель, кармины, подсластитель, экстракт стевии, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант, сорбиновая кислота. Мне очень кетчуп понравился, прям вот от души вам смело могу рекомендовать. Поставила на другое освещение, посмотрим, потому что я не знаю, какая цветопередача будет на камере. С вами глянем потом. Потом я взяла, девчонки, Доброген. Я постоянно родителям заказываю для того, чтобы они поддерживали свои суставы в хорошем состоянии. Но это вот Доброген, который мне заказали. А так я родителям беру дважды в год по две упаковки. Они меня пропивают, чтобы их суставы были вообще в идеальном состоянии, чтобы хоть как-то поддерживать, потому что в идеальном состоянии в таком возрасте, уже преклонном возрасте, уже не будут. И так как у меня у мамы, например, проблемы с суставом, с коленной чашечкой, то ей очень хорошо это Доброген помогает. Она когда-то еще себе давно повредила ногу очень сильно, и у нее периодически болела коленка, потом у нее вообще начала колени клинить, она практически не ходила, и потом вот долгими усилиями я ей привозила БАДы какие-то из Индии, я ей привозила там Доброген, она мне пила, какие-то растирки, мази, все в совокупности ей очень помогло. А сейчас для поддержания эффекта, для того, чтобы у нее вот, ну, как кормить, мы организма чем-то кормим, и вот чтобы для суставов тоже
была какая-то некая такая подкормка. Ой. Походу, у меня тут альпинист моет окно. Ну, не моет, а планирует мыть, я так предполагаю. Полетели сверху тросы. Вот, и как бы... Хотя, с другой стороны, по-моему, с той стороны не видно. Полетели тросы, и я думаю, блин, сейчас меня застанут в самый неподходящий момент. Вот, значит, смотрите, что я еще взяла. Взяла себе наши средства солнцезащитные для тела. Это SPF 15 у нас такие есть. Причем я взяла их совершенно бесплатно. У нас раньше до этого программа была накопительная программа. Копились баллы за каждый заказ. Можно их было потом обменять на подарки. У меня там накопилось 700 баллов. Я решила, что взять. Вот, ну, захотела остановиться на солнцезащитных средствах. Тем более, они сейчас в данный момент актуальны. Это SPF 15 спрей для тела солнцезащитный и молочко для тела после загара. Оно, естественно, увлажняет. Наша линейка вообще очень-очень хорошая, и получается по средней, если цену взять, гораздо дешевле, гораздо бюджетнее, чем если бы вы покупали в магазине. А у них действительно есть потрясающий эффект. И гель с алоэ вера охлаждающий. Я, например, вот этот вот гель очень хорошо спасал, когда мы отдыхали в Геленджике. Там, естественно, очень быстро обгораешь, резко, потому что солнце очень активное, там не сложно предугадать, в какой там период времени, то есть когда она будет сильно активная, когда она будет сильно яркая. Может резко меняться погода, и поэтому там ты быстро, ну, около моря вообще быстро обгораешь. И меня вот этот гель очень сильно спасал, действительно обладает охлаждающим эффектом. Если вы вдруг загорели, у вас тело горит, да, но никогда до ожогов, да, и когда нужно там покупать какие-то средства против ожогов. Но вот очень хорошо охлаждает кожу. Идеально. Нейшее для меня вот этот вот гель, всем рекомендую. Я все артикулы пропишу в инфобоксе к этому видео, потому что я не близко вам показываю. Ну вот, например, SPF 15, это у нас интенсивное увлажнение, это у нас гель охлаждающий. Все артикулы вас будут ожидать внизу в инфобоксе к этому видео. Я не пойму, почему у меня нету фокусировки, куда она у меня фокусировка-то гуляет. Так, следом мы что пошли? Это патчи, девчонки. Я не знаю, не хотелось бы мне их вскрывать. У нас есть зеленые патчи, это розовенькие. Скрывать очень сильно не хочется, потому что, ну, туда будет попадать влага, я так предполагаю. Да и очень так сильно запечатано. У нас есть зеленые патчи, а это розовенькие патчи. Я их заказываю по программе Faberlic Like. То есть, если вы делаете заказы, то вам начисляются... Не начисляются баллы. Сейчас, у меня тут просто альпинист еще этими ветками... туда-сюда двигает, и я думаю, блин, сейчас зайдет, а я тут снимаю, такая картина будет маслом, тут я еще в неглиже. Вот, значит, у нас есть программа Faberlic Like. Это программа, когда вы в двух предыдущих каталогах у вас есть по одному оплаченному заказу, и тогда в третьем каталоге у вас будет возможность заказать один продукт со скидкой 70%. И я беру что-то дорогостоящее. У нас дорогостоящее — это кушон, это протеиновые коктейли белковые, это вот эти вот патчи. То есть вот я их с удовольствием заказываю по этой программе, потому что берите что-то дорогое, не берите дешевое, то, что вы и так можете купить с какой-то скидкой. Обращайте внимание именно на дорогие продукты, потому что скидка достигает иногда, то есть, допустим, коктейль стоит в каталоге 1800 рублей, со скидкой вы берете его за 800 рублей, то есть вы экономите 1000 рублей, поэтому заказывайте что-то дорогое. Потом я набрала вот таких вот батончиков протеиновых, вот такой вот батончик, вот такой вот батончик, вот такой вот батончик. Они с разным вкусом, вот это вот, по-моему, малина, это банан, это не помню какой. Дело в том, что у нас вот эта малина, оказывается, а вот это вот, наверное, клубника. Вот это вот клубника, да. Батончики очень хорошие для перекусов, они с высоким содержанием белка. Я их брала по распродаже, у нас была распродажа по срокам годности, эти батончики стоили по 30 рублей. Если вы, девчонки, зарегистрируетесь, то я вас добавлю в наши чаты, и вы об этих распродажах будете узнавать быстрее всего. Поэтому регистрируйтесь, добавляйтесь в чаты,
вы будете в курсе всех событий, которые происходят. Об этих распродажах по срокам годности нету нигде информации, она, как правило, лимитированная, ограниченная по времени, пока продукты не закончатся на складе, так как мы часто оформляем заказы, поэтому там каждый день, да, людям, поэтому мы знаем, когда эти программы появляются, когда эти распродажи появляются. Их в каталоге нет нигде. А потом по программе Faberlic Like, то есть это вот те баллы, которые у меня накопились, я взяла бальзамчик для губ из детской серии. Мне вообще детская линейка нравится, я периодически себе что-то оттуда беру, потому что все-таки как бы плохого не сделает компания, любая компания, будь то Faberlic, либо какая-то другая компания для детишек, потому что к продукции к детской очень повышенные требования государства, она должна быть там специфически протестирована, и, соответственно, там ничего не положит прям такого откровенно вредного. Поэтому с удовольствием беру бальзамчики именно для губ детские, потому что там меньше всего будет. И да, действительно, на первом месте уже какое-то масло стоит. То есть, ну, состав, конечно, очень хороший. А потом я взяла себе бустер. Девчонки, уже попробовала его себе. Есть у нас кислородная линейка Oxygen, Global Oxygen называется. Это бустер. Я почему-то думала, что это какой-то увлажняющий будет для лица, как бы кремушек, я на это рассчитывала, а оказалось, это, знаете, как некий такой тоник для лица, моментально, он как мусс действует, вы его надавливаете, такая пеночка наносите, и она моментально просто впитывается у вас в кожу, впитывается, сначала вроде бы, знаете, как гель такой для лица, как, ну, такой приятный, думаешь, как кремушек, я и рассчитывала на то, что это будет кремушек, а он впитывается, и он действует как тоник, оказывается, он задерживает на влагу на 72 часа в коже, представляете, то есть у него такой вот пролонгированный эффект, 72 часа, это что у нас, 12-12 сутки, 24, 24, 24, 48, ну, на трое суток, по-моему, да, получается. Но впитывается моментально как тоник, то есть нет увлажняющего эффекта. Поверх него обязательно что-то нужно будет наносить. Я потом вам покажу, как он в деле действует у нас. Вот, выложу потом вам видеоролик. Так, что еще у нас, девчонки? И у нас здесь осталось... А, я лак вам не показала, начала показывать, не показала вам лак. Белый себе взяла. По деньгам, конечно, гораздо дешевле можно купить себе где-нибудь в магазине. Но взяла этот белый, раз в Faberlic я уже занимаюсь. Со скидкой он обошелся мне в 200 рублей. Периодически бывают акции, но так как лак мне нужен здесь и сейчас, а не там, когда он появится по акции, поэтому я заказала для педикюра себе белый лак. Он с перламутровыми частичками. Фокус вот почему-то не хочет. Вот видите, у него такие перламутровые частички. Частички. Фокусирует все равно, по-моему, на меня, да? То есть он не матовый лак с перламутровым эффектом. Я вам суп не показала. Мне очень нравятся все наши супы нечаевские, потому что там огромное количество, девчонки, обычно всяких специй. Супы колоритные, даже можно не добавлять никакие дополнительные ни специи, ни там, овощи, да. Можно делать вообще на воде. Я все супы, все каши делала на воде. А то есть сам бульон по себе вкусный получается, они сами по себе колоритные, насыщенные. Вот так вот на перекус, на быстрый какой-то перекус идеально подходит, когда нет времени готовить. И заказала огромное количество чаев, сейчас я вам буду показывать. Это ванильное яблоко с корнем солодки ароматизированный. Он на основе черного байхового чая. Там же есть и каркаде, плоды яблока, листья ежевики, корица, плоды шиповника, корень солодки, ароматизатор ваниль. Я вам все буду перечислять все-таки, хотя я на слух, например, очень плохо воспринимаю. Мне легче, чтобы мне показали, но почему-то фокуса здесь нету. Три упаковки тоже заказала по аналогии. Очень мне нравится фисташковый с ромашкой, девчонки. Прям кайфую от него. Можно было бы заказать и побольше упаковочек. Люблю-люблю. Черный чай байховый, ромашка, лист ежевики, девисил, ароматизатора фисташка и клубника. Еще три упаковочки. Сюда его обратно и поставлю. И апельсин и специи с аиром тоже мой любимейший чай. Потому что я их перепробовала, и теперь я знаю, какие я вот люблю, какие можно и не заказывать мне, от каких я не получаю дикого восторга. Это чай черный байховый, имбирь, корица, цедра апельсина, гвоздика, ароматизатор апельсин, шоколад, экстракт аира. Тоже вот от души бы вам порекомендовала его заказать. Он такой, знаете, больше согревающий, ну, потому что в составе специи. Немножко напоминает печеньку, это тоже наша новинка
В составе его содержится чай зеленый байховый, мелисса, листья мята перечная, ароматизатор кокос, кокосовый миндальный, лайм, кокосовая стружка, экстракт виноградной косточки. Так что вот такой вот чаечек. Красивый. И мне по вкусу он напоминает почему-то как печеньку. Хотя мята, ну, ощущается, то есть чувствуется, что там достаточно количество мяты. А, вот еще забыла же, вытащила и забыла. У нас есть очень-очень классные чаи, это олива. Единственное, я не совсем поняла, как их правильно применять. Смотрела, причем, может быть, кто-то смотрел лекцию Эдигера, я не поняла, вот оливу нужно по показаниям принимать, олива это противовоспалительный чай, там в его составе содержатся листья оливы, трава и лист перечной мяты. Листья оливы обладают антибактериальным, противовоспалительным, антиоксидантным, иммуностимулирующим, анальгизирующим, тонизирующим, противоочечным средством, способствуют нормализации уровня сахара и холестерина. Беру тоже по акциям, когда они бывают там по 139, по 129 рублей. Я вот смотрела видео Эдигера, и он, например, говорил, что этот чай нужно пить когда? Либо по показаниям, когда вы уже заболели, например, там грипп, простуда и так далее, он очень сильно иммуностимулирует, поддерживает организм, противовоспалительным эффектом обладает. Либо он говорил с февраля, по-моему, по апрель, две упаковки нужно пропить. И вот я, если честно, не поняла, потому что задавали вопрос повторно, он же говорил, я же вам сказал, и что-то опять я не поняла. Либо нужно мне как-то внимательнее более пересмотреть, либо если вы смотрели этот эфир, сможете мне сказать. То есть, хотя здесь написано, 1-2 фильтра пакетика, положить чашку, залить стаканом воды, наставить 5-10 минут. А, 2 раза в день, по-моему, тоже он говорил. А вот как, девчонки, по показанию, то есть по надобности, по необходимости, когда у тебя там уже заболевание настало, либо ты можешь как для профилактики пить. Вот этот вопрос я не поняла. И купила еще чай Energy. Он сказал, что этот чай обладает тонизирующим эффектом, поэтому аккуратнее с ним нужно быть... вечером, желательно его принимать в первой половине дня, это утром и днем, например, по 2 пакетика в день. И тоже, если честно, не совсем поняла про этот чай. Вроде бы он сказал, что они вот друг друга дополняют, и вроде бы как тоже их можно вместе принимать. Но еще вот вспоминая, что он сказал, когда у вас упадок сил, когда вы сдаете там сессию, нагруженность на рабочем месте, то есть вот в качестве тонуса его можно пить. В составе трава и лист мяты, лист земляники, цветы гибискус, корень имбиря, корень солодки, трава лемонграсса, корнеплод свеклы, корень элеутерокока. Ну, вообще элеутерокок, он тоже как бы иммуномодулирующий, насколько я помню, и он, знаете, такой бодрящим эффектом обладает. И, насколько я знаю, элеутерокок тоже его прописывают, когда, знаете, иммунитет нужно поддержать. Иммунитет, силы, бодрости как-то дать, когда нету энергии. Ну вот да, все эти травки, которые здесь содержатся, они за поднятие нашего тонуса, они и отвечают. Вот. Заказала по 3 упаковки, просто мне нужно было сделать баллы и... Очень хорошо раньше, кстати, давали за этот чай баллы, большое количество баллов. Сейчас прям резко снизили. Поэтому, если раньше, например, я не знала, чем сделать баллы, то я с удовольствием их добивала чаем. Сейчас уже чай не прокатывает. Уже нужно что-то другое заказывать. Все, на этом мой монолог закончился. Здесь плывут сейчас видеоролики. Это видео с моего второго канала. Присоединяйтесь, там моя... мои маленькие кусочки жизни, лайфстайл, чем я занимаюсь, что я употребляю, какие-то обзоры показываю на продукции, какой косметикой пользуюсь, помимо Faberlic, какие-то мои мини-путешествия и так далее. Жду вас всех там, это, добрых нежных людей. И все, до новых встреч на моем канале, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой второй канал, регистрируйтесь, ссылка вас ждет внизу в инфобоксе к этому видео, и всем пока-пока!